Не знаю, слышно ли здесь, ветер небольшой есть. Сейчас дохожу до дома. Примерно вот тут я нахожусь. Чтобы вы примерно понимали, что вообще вокруг у меня дикое поле. Так, также есть там какой-то дом. Возможно, я еще вернусь сюда, и мы проверим, что же там находится. Возможно, проведем там пару сеансов. Сейчас вы увидели дом снаружи. Я отправляюсь внутрь и начинаем проводить всевозможные сеансы. Привет, ты на канале Мистическая Корпорация. Мое имя Тимофей Данишевский. Вот все и растаяло. Я приехал в новый дом, в котором являлась паранормальная активность. Происходили вещи, подобные тому, что я снимаю на канале. А именно, здесь еще слышали ужасные дикие крики. Никто не знает, что действительно произошло в этом доме и происходило ли что-то в этом доме. Внутри этого дома видели, как в окнах проходили темные тени. И как будто кто-то наблюдал из окон за тем, кто проходит снаружи. Не забудьте ставить лайки, подписываться на мой телеграм-канал, Яндекс.Дзен и Инстаграм. Везде я веду свежие новости, то, куда я отправляюсь, и все прочие другие вещи. Посмотрим, что у нас в доме. Пока полная тишина. Интересно, эта дверь ведет. Смотрите только на это. Какие интересные старые лампы. Ну, сама закрылась. Что это за звуки? Здесь есть кто-нибудь? Так, подумал, пока все чисто. Установлю сейчас ту камеру, чтобы снимал на это. И начнем проводить. Так, ну что, друзья, я зажег свечи. Приобрел вот такую доску Ouija. Также у нас сегодня будет вот такой аппаратик. Отдельно камеру поставлю, чтобы он снимал показатели прибора Эми и показатели этого прибора. Если вдруг какое-то движение будет в доме рядом со мной, возможно, то ветер подует, и он покажет, что здесь одна камера будет фиксировать все эти данные.
Я точно еще не знаю, что находится в этом доме, поэтому сейчас хочу спросить, возможно, нам что-то ответит. Так, эту камеру я устанавливаю здесь на кухне. Она не будет снимать все, что в доме происходит конкретно в комнатах. Будет снимать лишь вот эти два аппарата. 8 градусов получается у нас сейчас помещение. И прибор Эми молчит. Пусть будет так. Я приветствую то, что находится в этом доме. Мне хотелось бы пообщаться. Я готов задать несколько вопросов. Ты здесь? Почему ты не отвечаешь по доске? Здесь кто-нибудь есть? Если ты здесь, дай мне ответ. Черт. Стул двинулся. Ответь мне. Что значит 3? Так, только что двинулся вот этот стул. И шатался комод. Если ты здесь, прояви себя. Друзья, здесь уже начинают происходить вещи. Боюсь, что на общение с нами никто не выходит. Я сейчас сейчас какое-то затишье после того, как этот комод пошевелился. Открылась дверца у, не знаю, как назвать, тумбочки. Стул двигался. Пока никаких криков я не слышу.
и намеков на это. Я думаю, сейчас я попробую последний раз спросить. Возможно, нам еще повезет в этом деле. Возможно, я делаю что-то неправильно. Первый раз пользуюсь, второй раз пользуюсь доской. Муха. Так, приступим. То, что находится в этом доме. Сущность, которая находится в этом доме. Ты уже проявил себя. Почему ты не хочешь поговорить? Ответь мне. Здесь есть кто-нибудь? Так, друзья, сейчас я еще раз попробую. Камера включена. Никто на связь не выходит. То, что находится в этом доме, ты уже себя проявлял. Можешь мне ответить здесь? Можешь мне ответить здесь? Ты уже себя проявлял. Почему ты не хочешь пообщаться по доске? Ты здесь? Черт. Твою мать. Тут есть кто-нибудь? Кто ты? Почему ты не отвечаешь мне по доске? Тихо. Ребят, смотрите, мухи набились прямо на свет. Почему ты не отвечаешь? Почему не отвечаешь по доске? Я не могу. Назад? Ты здесь? Ты сзади меня?
ножей. Здесь нет, я надеюсь, шампура. Зачем ты это делаешь? Что это там за шум? Фонарь. Особо с нами не общается. Сейчас вы увидели фрагменты, что происходило в том доме. По каким-то неведомым причинам оборудование отказалось работать. Все камеры отключились. Прибор Эми зашкаливал. Я в страхе ушел из этого дома. Друзья, специально для вас я вернусь туда. Поэтому выпуск такой короткий. Я не смог отснять до конца. Вернусь туда уже скоро. Ждите. Я думаю, что там что-то очень серьезное.